вечер мне на канал Сегодня мы будем красить шишки. Шишки. Сначала покрасим. Да, белой лакированной краской. Мы будем взять секретный уголок. Это Алена меня так учила. Что надо держать? Внизу заверный уголок. Угу. И шишку надо взять, наверное, в руки. Придерживать, по крайней мере, да? Хорошо покрасить со всех сторон. Что там сегодня песенку пела, в садике учили? А дедушка на хоровы. Это стих. Ну, давай стих расскажи. Ой, дедушка на хоровы. Ой, дедушка на хоровы. Тут у нас перед хоровом спрятан стукает ветно. Пусть там тебя давно. Мы у кого стали, лазом по рукам. Ай, молодцы, ты в комнат на моих встречах. Молодец! А песню какую-то красивую ты пела сегодня про Новый год? Ну давай докрашивай. Спой. Красить? Ты сильно много красочки набрала. Смотри же, мне капнула. Классно. Эти учатки только классу. А шишечки надо красить. Конечно. Я только классу, как плохо каску. Такое нельзя говорить. А, не, говори, говори. Я тебе потом покажу, что ты говорила, когда была маленькая. Тебе будет стыдно. Нет. Да. Нет. Так, покрасили мы шишку. Теперь будем открывать вот такой вот подарок. А что ж там у тебя в подарке-то? Та-дам! Блёстки. А, разноцветные блёсточки. Да, мы будем красить шишки. А ну-ка, ну-ка, что там у тебя в коробочке? Вот такой выбрала цвет? Да, это... Зелёненький. У нас там... Салатус. Салатус, это который красит шишки вот так вот. Шишки, которые сыпят. Вот вон у нас сколько блесточек разных. Ну, конечно. Вон. Да. Ой, я открыла. Ой, умница. А ну, давай, будем сыпать. Красиво. Ну, красиво получается. Всё. А еще с этой стороны. Еще с этой стороны. Пожалуйста. Вот, да, 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 с моей стороны. О, во, как классно. Все, там осталось вообще. И пусть стоит, высыхает, да? Да, ты покрашивай еще одну шишку. Я хочу еще разноцветную делать. Я еще эту не докрашиваю. Вот еще таким хочешь? Да. А зеленый с синим пойдет? Ну, конечно. О-о-о. Красиво? Ничего так. А ну-ка. С этой стороны еще. Смотри. Во. Все? Вау. Это разноцветное. Ладно, у нас мунгусом. Салатовым. Салатус. Это салатус. Это зеленый салатус. Салатус. Да, я называю. А вот этот я называю синенький синюс. Синюс — это вот такой вот блестки, который сыски носит. Прикольно придумала. Так, ну пусть высыхает, да? Да. Вот. Ма, покраши еще одну шишку с каким-то другим цветом. Хорошо, давай. Давай еще другим цветом. Я нашла вот этот.
Я думала, он открытый, думаю, сейчас как мне в лицо попадет. Ой, красивый. Можно еще с этой стороны? Конечно, можно. Ой, только не трогай уже руками. Уже он прилипает. Надо на мокрую красочку. О, классно. С этой еще стороны. Смотри, там, где не хватает. То потом соберем. Для этого и существует этот белый листок бумаги. Можно обратно его сыпать, который остается. Во, какая красота. Ну, конечно. Во, какая. Хочу еще одну шишку. Во. Хочу еще одну шишку. Классно. Ну, еще одну шишку. Ну, так бери, помогай мне тоже красить. Да я не могу, у меня будут руки вот такие вот белые. Да, как у мамочки, да. Готовую смесь. Разноцветная Все. будет. С этой стороны Не тоже. могу, хочу еще вот это светлое сделать. Давай все. Как снежочек, как снежочек. Да, классненький. Как красиво. Все, ем все. Смотри, какая красивенная. И чуть-чуть белого. Чуть-чуть белого? Это уже совсем там много будет всего. Немножко, немножко. Это слайд будет. Нет, это будет снежок. Снежок сверху. Как посолили шишку. Вот у нас елочки повысыхали. Некоторые мы уже украсили очень Да. красиво. Вот так вот. С бантиками. И выбрали для демонстрации вам еще вот такую. Сейчас мы наклеим Да, мы же бусинки. наклеим бусинки. Я выбиваю самую красивую. Вот такую. Давай ее сюда. Оп. Буду тебе помогать. Чпок. Прижимай. Прижимай, прижимай. Хорошо. Двумя руками. Шишку держи, да, и прижимай. Теперь сюда. Я выбиваю. Давай, вот быстрее. эту. Давай. Сюда, вот так, сюда. Придерживай шишку. Хорошо надо прижать, да. Так. Давай еще вот здесь. Так вот. Все. Вот эту. Ух, поймала. Чтобы не высохло, я уже наклеила. Надо быстро делать. А Давай это сюда. вот сюда. Давай. Прижала? Прижимай хорошо. Прижимай, прижимай. Молодец. Ничего, это потом все уберется. У нас же эти красивые вон какие. Вот. Такие красивые шишечки. Да. Вот такие вот. Плестюльками. Мои. Можно подарить. Надо будет, чтобы бабушка посмотрела, какую ей лучше подарить. Какая больше понравится. Такая очень красивая. Я Это... хочу самую маленькую теперь. Угу. Да, давай. Попробуем. Опа, сюда вот маленькую. Очень красиво на подарок будет кому-то. Вот детки своим бабушкам, да? Бабушка, я хочу еще Кристине подарить. Вот эту. Хорошо, подаришь. Давай сюда вот еще. А классную я хочу себе вот. Это у нас... мой свет вообще-то. Да? Угу. У нас есть две красные. Вот такая еще. Да. И я себе такую же беру еще. Вот такая красивая еще. Я могу С две ленточками. Забрать себе. Ну. Я могу тебе вот... я хочу тебе вот эту подарить. Тут все красивые. Все по-своему красивые. Давай я еще тебе здесь. Вот этот подаю, а я вот это тебе. Я хочу тебе вот эту. Сюда. Угу. Во, какая у нас красавица будет. Да, да, держу, держу. Все. Угу. Такая красотка у нас получается. Да. Давай еще ниже здесь вот приделаем.
равномерно, я чтобы. выбиваю вот такую вот, Давай. самую маленькую. Вот сюда, сюда, вот вниз. Ну, на низ надо было большие, наверное. Ну, ладно, уже как будет. Ой, красота какая. Ну, конечно. Вот, давай еще здесь не хватает у нас. Я беру... Большую голубую давай. Ладно, вот такую. Давай. Вот, как ты хотела. Давай. Во, какая красотень. Во, ничего, это все обрывается. Пистолетик вообще нужная вещь. Да, это вообще-то детский. Не знала. Давай еще сюда бусинку. Хорошо, сейчас выберу вот эту вот, самую маленькую. Давай, давай.